Друзья, не забывайте, что мы здесь ищем. И не верьте ни одной живой душе. Ой, кто там плачет? Приветик, сладкий. Где твои взрослые? Эй, кто оставил... Что? Серьезно? Неплохо. Вы можете нам пригодиться. Давайте по порядку. Меня зовут Рая. Между нашими землями с незапамятных времен идет война. Людям никак не прийти к согласию. Дочь моя, я верю, что наши народы могли бы снова жить в мире, но кто-то должен сделать первый шаг. Но для того, чтобы восстановить мир, мы должны найти последнего дракона. Я тоже хочу порвать рунов на куски. Вперед! Нужно постоянно быть начеку. Не мы одни ведем поиски. Я веду их уже 6 лет. Мне так надо тебя найти. О, великая Сису! Кто здесь? Нам очень нужна твоя помощь. Я тебе откровенно скажу, я не самый замечательный дракон. Здесь как групповая работа у школьников. Неважно, отстающий ты или нет, все равно в конце поставят всем одинаковые оценки. Нам конец. Я забираю тебя и твоего дракона. Я против, и мой меч тоже. Мир стонет. Никому нельзя верить. А может быть, как раз недоверие всему виной? Надо просто сделать первый шаг. Вот так превращение! Драконы это могут. Надо же, как близко голова к попе. Наверняка ускорится пищеварение.